Устранял все содержание этой истории на администрацию, речь идет непосредственно обо мне. Вот. И по этой истории совершенно нет никаких фактов, да, которым апеллируют коллеги по цеху. И, наверное, все-таки я могу сказать о том, что такие мероприятия стоят недешево. Вы знаете, направленность была исключительно отрицательной, как только эти коллеги приехали сюда и брали интервью у людей, которые говорили хорошо про главу тех, естественно, в репортаже не было. Были взяты только те, и, наверное, их с трудом нашли, даже этих людей, вот, поскольку, ну, реально таких фактов не было. Но, тем не менее, уважаемый канал, уважаемые коллеги по цеху, нашли возможным безапелляционно основываться на утверждениях этих людей. Ну, мне по большому счету, независимо от того, каких взглядов придерживаются люди, все равно я не заложник, значит, собственных амбиций, там, желаний или проблем, связанных с тем, чтобы обидеться на кого-то. Нет, я помогаю всем. Делаю это от чистого сердца и без применения того, о чем говорится на, вот, в ходе этих репортажей. А вообще, коллеги, конечно же, в ходе моей деятельности приходится принимать достаточно жесткие решения по тем областям, где люди пытаются и, в общем-то, достаточно серьезно работали, набивали собственные карманы за счет интересов людей. И, естественно, уход этих людей, в частности, я говорю о том, что в результате конкурса, проведенного по транспорту, многие недобросовестные предприниматели лишились возможности зарабатывать практически стрижкой купона, то есть собирать с людей деньги. Естественно, все эти люди не будут просто сидеть, молчать и не предпринимать ответных действий. В любом случае, я думаю, что есть основания для подачи исковых заявлений в суд. Я намерен это сделать. Но данная история не должна отвлекать ни меня, ни сотрудников администрации от выполнения непосредственных обязанностей, с тем, чтобы, особенно на входе в отопительный сезон, нас не должна отвлекать эта история, мы должны заниматься своим делом. Собака лает, караван идет. Спасибо.